Всем здравия! Снова опять я, Роман Головин. И сегодня поговорим о рунах защитных, о рунах удаления и рунах автоматического удаления. Я думаю, что вам будет интересно. С каждым разом мы узнаем что-то больше и больше о рунах. Я думаю, что эти руны не просто так появляются. Сегодня мы быстрее начинаем развиваться. И у нас становится все больше и больше воздействия. То есть это как привилегия от наших учителей, то, что они могут нам дать. Итак, допустим, есть защита от чипов, есть защита от вреда чипов, да, так называемая, есть защита, которая полностью будет блокировать чип. Тут возникли вопросы, а как же, допустим, вот если обязательное ношение чипов будет, вы заблокируете, да, заблокируем, и тогда чип не будет работать. Пока спохватятся, может несколько лет пройти. А так, если просто от уменьшение вреда максимального, да, воздействия чипа на ваш организм. То есть это разные вещи. То есть вы должны понимать. Опять же, на любое количество времени они могут прописываться. Хотите на год, хотите на два года, хотите на всю жизнь. Также защита, например, да, от побочных эффектов фармакологии. Да, также есть удаление всех накопившихся вещей, химических соединений, различных гадостей в организме после приема фармакологии. Или руна автоматического удаления всех вот этих накоплений после фармакологии. Также я не сказал, что также есть руна автоматического удаления чипов и так далее. Если человек неправильно питался, неправильный образ жизни вел, также есть, во-первых, защита от этого, есть удаление от накопившейся дряни, там, шлаков, токсинов, условно их будем называть, хотя знаю, что доктора это не любят, такие термины, но чтобы вам было понятнее. Удаление этих шлаков, токсинов, которые накапливаются в организме. Также есть и автоматическое удаление этих шлаков и токсинов, то есть на год, на два, на 10 лет, на всю жизнь. И чем отличается руна обычная, да, который просто удаляет, от руны автоматического удаления. То есть руна, которая просто удаляет, она, допустим, накапливается шлаки токсина, там сколько, 3 года проходит, там у всех по-разному, 10 лет. Потом она бац, заработала, все удалила. Потом опять идет накопление, бац, заработала, удалила. Автоматическое удаление, неважно, заразился человек там, коронавирусом, там, заболел человек какой-то другой инфекцией, ненужной организму человека. Это руна, раз, там буквально день, два, три, и все удалять начинает. То есть она фактически с самых низов, с самого начала начинает работать. Дальше. Удаление ДНК бывших половых партнеров. То есть, во-первых, есть защита от них, есть удаление, а есть автоматическое удаление. То есть человек, допустим, к нам обращался раньше, мы удаляли. До сегодняшнего момента человек нашел вторую половину и хочет от него ребенка, например. И он хочет, чтобы ДНК только ваша его оставалась в организме ребенка. Не сторонние, которые там раньше встречались, а именно папа и мама. А сегодня мы уже знаем, что есть еще автоматическое удаление. Человек там пошел, контакт был, бац, удалило. Еще контакт был, бац, удалило. И со временем можно сделать такую на всю жизнь, на короткий срок, на средний или на всю жизнь. Также есть удаление различных токсинов и ядов. Неважно, не обязательно с пищи, там, да, человек работает на каком-то вредном предприятии, на заводе и так далее. То есть профессиональные какие-то вредности. То же самое, есть защита, удаление, автоматическое удаление этих токсинов и ядов. Руна излучения. Есть опять же узконаправленные все руны там. Удаление, например, электромагнитных излучений, там, да, удаление ионизирующего излучения, то есть как те, которые проникают в организм и плохо воздействуют. И образуются какие-то заболевания, есть общее, да, воздействие от всех видов различных, да, излучений. И есть вот эти узконаправленные отдельные. Есть защита, есть. Вы не путайте, есть защита, которая просто защищает. Вот человек к нам обратился, мы поставили защиту, например, да, от всех видов излучения, вреда, да. Просто стоит защита, не проникает. Но те, которые накопились, они остаются и воздействуют на вас.
И потихонечку, потихонечку организм, он там может там за 20-30 лет от них может быть очиститься, и то не от всех. А если мы ставим удаление на сегодняшний день от всех видов излучений, удаляется и все. А дальше можно сделать на всю жизнь удаление. Опять же, накопилось, начинает руна работать, удаляет. Накопилось, начинает работать, удаляет. Также автоматического удаления. То есть прописываем на разные сроки. Накапливается, удаляется. Накапливается, сразу удаляется. Также, когда есть в организме различные, попадают различные вирусы, бактерии, паразиты, грибки, глисты, плесень и так далее. Все, что вредное, не нужно для организма, за исключением жизненных уроков. Опять же, повторюсь, если есть жизненные уроки, руна не будет работать именно на этот маленький жизненный урок из всей программы. А когда он закончится, эта руна тоже будет работать и удалять это. Так вот, вирусы. Также можно защиту от них поставить на всю жизнь, удалить все ненужные вирусы, бактерии, паразиты, грибки, глисты. Не забывайте, что больше половины науки сегодня неизвестно еще. А то, что известно, не могу даже не говорить вам. То есть там очень много что есть. Человек как губка, он все впитывает в течение жизни, все через себя пропускает. Воду, воздух, еду и так далее. И также есть удаление, и есть автоматическое удаление этих вирусов, бактерий, паразитов, грибков на разные сроки. Также, если есть узконаправленные руны, да, также мы говорим темных, порчи с глаза, других магических воздействий. Также можно удалить, а есть автоматическое удаление. Сразу просим на всю жизнь автоматического удаления. И сколько раз бы на вас порчу с глаз не делали, все равно будет автоматически удалять. Помимо того, что защита есть, да, опять же, есть защита там нормальная, средняя и сильная защита. Далеко не всем они нужны просто, потому что они лишнюю энергию у вас забирать будут при прописании. Поэтому таким людям, как мы, которые подвержены различным атакам, недоброжелателям, да, нам надо мощное. Обычным людям это не нужно. И есть одна большая руна, как я говорил, защитная руна от всего. Есть защитная руна, которая будет удалять все. Все, что будет скапливаться от всего вредного на земле. И есть такая же руна, которая будет удалять все, что ненужное в автоматическом режиме. Онлайн, можно сказать, да, современным языком. Сегодня нам сущности дают большие возможности. Главное просто во всем этом разобраться, кому что нужно, для чего. И уже применить на себе. То есть непосредственно к своему телу. Неважно, меняются души, не меняются души. То есть вы для тела делаете навсегда. И это все время будет перепрописываться. Или на какой-то срок, если вам нужно. Если что-то непонятно или что-то невнятно объяснил, пишите комментарии, с удовольствием отвечу на YouTube и расскажу. Если что-то не сказал, очень подробно расскажу. Удачи, всего доброго, увидимся в новых видео. До свидания.